Всем привет, дорогие друзья, зрители, подписчики моего канала. С вами Марс. Мы продолжаем проходить дополнение к Скайриму Инферно Малагабала. Мы все по-прежнему находимся в круге ярости. Что ж, давайте его проходить. Собственно. Что-то он не сагрился. Странный типчик. Не стоило сюда приходить. И что ты сделаешь? Вот что ты мне сделаешь? Оп. Давай. Опа-на. Там какой-то босс. Наверняка оверлорд здешних земель. Ладно, пойдем. На призрачном коне Арваке. Какой-то весь такой прикольный. Что ж, пойдем. Надо к нему открыть путь. Зная механику местных текстур, то есть это очень похоже на апокриф еще одного доидрического принца. Пути здесь нам придется открывать самим. Угу. Нет энергии. Значит, нужно искать еще одну статую. А вот и она, кстати, внизу там. Ты мне тут не нужен. Вот честно. То когда я буду бежать с этой искрой, ты же на меня нападешь, верно? На! Какой ты большой. Тут тебя назвали луркером. Все, побежали. А, сука, я застрял. Давай. Все, теперь можно и с врагами. Вы слышите, как где-то выдвигается мост? Ах ты мразь! Не надо. Молния по мне входит очень хорошо, очень здраво. Вот вся остальная магия не так. Даже огонь не так по мне входит, как молния. Так, ну что ж, давайте посмотрим, что там за мразь. Надеюсь, это не такое, как воплощение алчности. Ну, надеюсь, он не такой мощный. Сейф. Так, постойте-ка, давайте-ка глянем на квест. Ага, два есть. Осталось еще 7. Не 7 всего. Их 7 всего. Ага, ясно. Понятно. Вы получили большую падшую душу. И 40 маленьких. Ну, 40 вообще падших душ. Добавлено. Оверлорд, что ты такое? Кстати, как я угадал-то с названием? Ледяной посох от Ранаха. Возьму. На тебе похожий сет брони. Она именно Малагабала. Где-то я мод такой видел. Или даже я, по-моему, его обозревал. Ну что ж, врат больше никаких не открылось, поэтому идем обратно. Сейф. Это по-прежнему локо поломано.
Ну вот и, собственно, выход. Где-то тут. Да-да. Ну вот, собственно, и все, да? С кругом гнева добили. Да, трое убито. Что ж, пойдем искать другие врата. Вернее, оставшиеся. Так, у нас еще туда путь есть. Да, вот там вижу какие-то врата. Давайте-ка их и заюзаем. Что-то ты приуныл, пацанчик. Арена Данте. Сферу чемпиона. Понятно, то есть это, я так понял, последние врата. Будет мощно. Но где же остальные в таком случае? В воду эту лучше не падать. Это мы уже изучили. Ты кто? Не, ничего мне не скажешь, да? Ладно. Да идти туда особо нету смысла. Такс. Где я еще не был? На эти башни подняться вроде как нельзя. Сюда, может? Да-да. Вот еще какие-то врата. Ну давай. Насилие так насилие. Че? Яма. Give me the power. Then yes. Yes, I freely give my soul to you. A deal is met then, young warrior. You will serve me well. Now, let me guide you. No, not this. Please, not this. Hello, are you here for dinner? Something like that? No! Are you here for dinner? Something like that? Yes, no. I will not relive this again. Да хорош. Why, Virilia? You can't stand to see what you did to me? To us? You cannot escape this. Watch. Hello. Are you here for dinner? Something like that? Угу. Это семьи тех дезертиров. Can't move. Oh, I don't need to see this again. Please, don't hurt me. Please. Оп. Оп, трупы поспавнились. All this for revenge. For what they did to my sister. It wasn't worth it, Jim. О. None of it. Embrace it. This is the real you. You killed us. My family, my mother, my father. You did that. And it was glorious watching them bleed, their life draining away. You loved every second of it. I was not myself. О да, я бы наслаждался. Murderers always justify their actions. You knew the price. We have to move on, champion. I watched you gut my brother,
skinned my family alive. And it was so fun, wasn't it? Watching the men beg to be killed so their families could live. Nah. You forced me to stab my own. You laughed as I cried, as he urged me to do it so I might live. And then you killed me anyway, as he lay dying. You know you deserve this. You deserve to be punished. I do, you know. Deserve all of it. The endless torment. This hell. The choices I made were mine and mine alone. So much fear, so much pain, all at my hand. Revenge will get you nowhere, champion. Better to forget. Тьфу, знала бы ты, скольких я перерезал. Вот жаль только, что детей нельзя убивать в Скайриме. Ну, по крайней мере, спокойно. Ладно, пойдем. Круг насилия. Это Вайтран. This place twists your heart, your mind, and your soul. Что такое? When I came here, I was comforted by the faces of those I loved. That comfort did not last long. Get ready for a lot of death and pain. Кучу боли и смерти, да? Ну ладно. Что ж. Пойдем. Это, кстати, мой дом. Я могу туда зайти. Кто-то пришел. Ой. Так вы не на меня? Лиди! Ха! Изи. Ладно, пойдем. Что это было? О! Теперь ты в моей власти. Анкана. Старый знакомый. Пес. Сейф. Грелха? А ты-то чего, Грелха? А, это типа Грела добрая. Это заведующая приюта в Рифтоне. Да, в ту воду лучше не наступать. Чё за парни? Замученные души. Can you imagine reliving this for eternity? Алтарь Молагабала. Замученная душа. Тебя я тоже, кстати, убил. Согласен. До свидания. Так. Путь к Кирваскру перекрыт. Ой. Значит, драконий предел. This place reeks of death and fire. Да нормально все. Что это было? Сюда! Кто он такой? Эллен Вен. Так я же ее не убивал, насколько мне помнится. Их лутать я не могу. Этот скелет тут стандартно лежит. Ой, там еще кто-то пробежал. Или это не тут? Die. На кого ты реагируешь? А, рыбы-убийцы там. Вот это вот срань этой. Так давайте забафаемся, тогда она их перебьет само, плащ молний. Давай, где вы там?
damn you. Fall over and die already. No! Я не вижу Дианы. А вот она. Вот и все, в принципе. Так. Где там бритва? Мирона сам. Сейф. Мне нужен какой-то ключ. Spooky little shit. Я вообще-то не хотел тебя убивать, Хадвар. Балгруф. Понятно. Оно меня заставляет убивать, ну, не последних мне людей. Ну, типа, да? Ну, я же все-таки жнец, ёбный в рот. Ты кто такой? Маркурио. Yes, champion. Нормально все. А это кто? Эйла. Сука, темно. Давайте свет включим, что ли. Где там это колдовство? Телекинез, свет свечи. По-моему, это свет свечи. Is there something you need? Да. Именно. Так, тут завал, там все горит. Лутать я вас по-прежнему не могу. Да я так понял, один из моих напарников. А ты кто? Зарга. Ой, я тебя не любил. Yes? Я только рад. Ну давай, удачи. Увидимся. Ой, Сирана. Прости. Не было сомнений. Победа за... Назим, это не серьезно. Вы получили большую падшую душу. 4 из 7. Серьезно? Это все? Что-то как-то изи. Уже 4 из 7. И что-то пока изи. Ладно, пойдем дальше. Какая палитра? Какая палитра? Хер тебя знает, какая палитра. Чему ты так удивляешься? Похоть. О, похоть. Мне явно понравится это место. Погнали. Darling, is that you? No, Darren. Please, no. You need to get out of here, or people are going to start talking. Let them talk. They should be jealous. Imagine how it would look. Me fraternizing with someone under my command. It undermines my authority. Ну, спала со своими подчиненными. Прикольно.